Каждый четверг прихожан Красноярска приглашают в евангельский кружок. Встречи проводятся на трехсвятительском приходе, где прихожане изучают Евангелие и ведут дискуссии со священником. Первая часть занятия традиционно посвящена какой-либо интересной теме и проходит в виде лекции или беседы. Вторая часть занятия – это, собственно, чтение и разбор Евангелия. Встречи евангельского кружка на трехсвятительском приходе Красноярска проводятся каждый четверг, начало в 19:00. В помещении приходской воскресной школы, улица Свердловская, 30А. Приглашаются все желающие.